Третий тур 24-го чемпионата страны по волейболу среди женских команд высшей лиги дивизиона А стартовал в Петропавловске. Соревнования будут проходить до 7 февраля. В них участвуют 6 команд. Петропавловцы по итогам первых двух туров входят в тройку лидеров. В день открытия состязаний наш волейбольный клуб «Куаныш» встретился с аутсайдерами чемпионата сборная Уральска «Грация КЗ». Инициатива была на стороне петропавловцев. Они активно забивали мячи, уступив соперникам лишь одну партию. Игра закончилась со счетом 3-1 в нашу пользу. В следующей встрече соперником североказахстанцев станет команда «Астана-2». Игра состоится 3 февраля. Сейчас на первом месте находится команда города Кустаная. На втором месте находится команда города Алматы. И ваша команда находится на третьем месте. И два тура прошло, они были интересными, но ваш представляет особый интерес. От результатов этого тура, какие места команды займут, это может повлиять на конечный результат при распределении мест первого, второго и третьего.